Он взорвется прям как... Да! Он так же взрывается, как Shadowfight. Попробуем. На! Сразу перфект! 200 хп просто минус. Давай яд, да, яд наложим. И так... А, это игла! Это игла, чуваки! Кия-кия, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV. Меня зовут Максим, а это Shadowfight 2 Shaders. Игра, которая меня заинтересовала. Я хочу, знаешь, в нее играть, разбираться, что же дальше здесь будет. Все интересно, все круто. Немножко поднастроил управление. Надеюсь, сегодня будет получше. Увидите, как я, возможно, буду тащить, а может и не буду. Пойдемте в бой сходим. Вот, попробуем собрать какой-нибудь сетик. Так, берсерк, так, бирскин. Физический дамаг, короче. Тут у нас что-то еще. Ага, атака. Ага, все, там атака растет, когда 30%, все понял. Так, да, давай попробуем, короче, вынести чувака. Иногда меня бесит, знаешь, что не проходят комбо-удары почему-то. Я не знаю, если у тебя тоже, если ты играешь, напиши, есть ли у тебя такая проблема, бро. Потому что вот у меня прям, вот нажимаешь, типа, комбо, чтобы был, да, двойной удар, а он, короче, не проходит, делается одиночный удар. Так, восстановление здоровья, да, 5%, давай, конечно. Да, вторая серия, короче, у нас, кто первую не видел, обязательно посмотрите, ребят. Вот, я надеюсь, что ссылочка будет сейчас вверху экрана, и вы сможете первую серию посмотреть. Это, да, Shadowfight 2, как бы приквел или сиквел, наверное, или как это называется. Ну, короче, события в игре происходят у нас... Ого, он подпрыгнул, как мешок с картошкой. Короче, события происходят в игре после побежденного Титана, да? После, короче, второй части Shadowfight, но до третьей части. То есть, короче, вот между второй и третьей. Это такая, короче, часть 2.5, скажем так. Так, 15% шанс восстановить здоровье. Ага, каким-то там... удачным, видимо, ударом. Ладно, окей, поехали дальше. Пока у нас тут ниндзя, в третья стадия, я, короче, знаете, что хочу? Хочу зайти в магаз, и, по-моему, у меня есть один ключик на золотой сундук, поэтому попробуем забрать этот сундучок. И еще я, короче, ну, я уже играл тут, как вы видите, по моим, наверное, деньгам, вот, я там заработал кое-какие... Эти, как они, бронежилет, короче, по-моему, один, ну, в смысле, армор, короче, да, броню, вот, заработал. И я из нее сделал зеленую, у меня теперь две зеленых, и я могу две зеленых соединить, и посмотрим, что будет. Так, дамаг плюс, смотри, 20%, да, наверное, давай вот это возьмем. Возьмем вот это. Не доходил еще до босса, не знаю, какой здесь босс, но я так понял, что рысь будет, чуваки. Скорее всего, рысь, потому что... как вы помните, да, в прошлом видосе там написано было, что типа рысь готовил своих там, типа, свою банду в то время, пока, короче, ну, пока, короче, все это происходило, там мы за сенсеем что-то гоняли, сенсей же игла, типа, там похитила, то все, а рысь, короче, в это время собирал свою банду, готовил, чтобы опять попытаться победить тень. Вот, поэтому я думаю, что будет рысь. Ну, не знаю, не знаю. Сейчас поглядим, если мы дойдем. Так, сколько у меня хп? 300 хп, кстати. Так, это кто? Ниндзя-дестройер какой-то. Ниндзя-уничтожитель, что ли, типа? Или как это переводится? Ой, как хорошо, два удара мне зашло. Оппоненты, мне кажется, намного сильнее тут как-то, ну, дерутся. По сравнению даже с шариком вторым. Может, это кажется просто так, или я такой непрокачанный, знаешь... Вообще броня у меня все слабая. Так, дамаг плюс 10, смотри, можем взять. 4 атаки. Пенетрейт из блок. А, пробиваю типа блок, да? И здесь еще что-то тоже блок, короче, пробивает. Ладно, давай дамаг просто возьмем побольше. Вряд ли я смогу до конца дойти. Потому что с хпшки, смотри, все плохо. Хотя 189. Потихоньку я ее восстанавливаю, но. Смотри, половина просто полоски ему снес. Тихо! А, блин, у него блок! У него, смотри, у него щит. А, так, щит сейчас я ему вырубил. И пошли. Ай, не прошел второй удар. Вот это обидно, конечно. Сейчас вообще мимо. И мне вот интересно, когда нам еще дадут эти...
как они называются, дальнюю атаку, короче, ну, сюрикены там и все прочее. Так, шестая стадия мы прошли, отлично. Шестая стадия, так, сейчас, дайте мне, пожалуйста, восстановление. Ага, вот 25% шанс восстановить ХП. Окей, давай попробуем. 69, сейчас сколько мне? 90, боже, что так мало? Ага, не прошло. Так, о, поймал я его. Блин, не поймал. Поехали. Ай. Не дотягиваюсь. Да боже, бесит, как ты убегаешь? Так, ХПшку восстановил. А, тихо. Ушел. Да, ХП восстановил. Блин, ну все, это ГГшка. Это ГГ, чуваки. Да. Все, седьмая стадия, и я сдох. Но я могу, конечно, сейчас попробовать воскреснуть с помощью рекламы. Вот. Но, наверное, нет. Давай мы вернемся, попробуем все-таки открыть сундучки. Посмотрим, что у нас там выпадет. Так, смотри, вот мне здесь X6, X9, X3. Вот это вот все у меня растет потихоньку. Это хорошо. 1200, кстати. Ой, у меня уже 6-й левел. Что? Офигеть. Так, он тут что-то одно и то же говорит всегда. Смотри, значит, идем в магаз. Вот, и здесь, вот смотри, есть один сундук за рекламу, один просто мы сундук можем за ключик забрать. Ох, нифига себе, какая-то редкая плюс. Со звездочкой уже броня. О, жесть. Так, а если через рекламу еще открыть? Так, открываем. Ух ты, ножи выпали редкие. Офигенно. Ножи редкие. Слушай, так, пошли. Давай смотреть, значит, броня, во-первых, сколько это дает? 60 плюс... 62 хп, плюс 6, еще апгрейдик можем сделать. И вот, как я вам говорил, можем вот эти две брони теперь еще связать. И что у нас получится? Уф, боже, такая же, что ли, броня? 165. Ого, у нее сила. Так, а две шляпы еще могу объединить. Шляпа со звездочкой появилась, да? Смотри, 83 у нее. Нифига, еще и апгрейд можем сделать. Так, а вот эти две можем? Нет, эти две, видишь, они разные брони. И это 11 уровня, а это 1 уровня. Так, ножи, давай посмотрим. Здесь, значит, у меня 129 плюс 4 дамаг, а здесь 120 плюс 3. Но если я сейчас прокачаю побольше, да, 147 плюс 5. Конечно же, ножи эти берем, чуваки. Давай. Так, а броня, смотри. Апгрейд тоже сделаем. 187 плюс 120. Вот, но она у меня 13 левела. А здесь? Блин, ну я не знаю, что-то не хочется все деньги тратить. А, все, уже не... А, нет, смотри, у нее 74. Но тут у нее еще какие-то, видишь, эти есть дополнительные. А, хотя тут то же самое дополнительное. Так, ну окей, и шапку можем прокачать. Шапка Мономаха, ух. Отлично. Так, смотри, ножи 8 уровня, доспехи 13, шапка 11. Все, неплохо. И еще вот здесь я что-то вот открыл, короче, какую-то фигню. Ну давай еще попробуем ачивку одну откроем. Так, Head Defense. Ага, 2% еще. Ну можем еще давай попробовать. Куда выпадет? Так. Ой, коинсы, смотри. Коинов больше будет, да? Ага. XP первую минуту 2. Все, понял. Что-то возросло, короче, с коинами, понял. Так, ну, хорошо. Так, тут коины у нас растут. Я, наверное, пока их не буду забирать, пусть они растут дальше. Пошлите, теперь посмотрим, как сейчас мы будем тащить, короче. Так, смотри, критическая дам... Ух, бомба! Бомба! Офигеть, бомба появилась, чуваки. Так. Ой, блин. 500 хп у меня теперь. Да, бомба, смотри, она прям накладывается. Да? Только долго она, смотри, как считается. Раньше это быстрее все срабатывало. Он взорвется прям как... Да! Он так же взрывается, как Shadow Fight. Жесть, прикольно. Как Shadow Fight 2, он так же взрывается. Да, вот только она долго, очень долго работает. Но, может быть, как-то ее можно будет ускорить. Так, критический шанс плюс 10. Мне надо что-нибудь вот, вот это, с ХПшкой, чтобы ХПшка восстанавливалась. Потому что с ХПшкой беда. С ХПшкой постоянно беда. Так, я не понял, как эти ножи бьют. Подожди, подожди, бро! О, сразу бомбу наложил. А, вот так, да, подпрыгивает и вот такой удар делает, да. Сверху. Блин, кто? Он меня ударил, вот же гад. Бомба взорвалась. Да почему?
Почему я не попал по нему? Так, ну ладно. Стадию вторую проходим. Так, хпшку, пожалуйста. 50% дама критическая. Так, моменты какие-то. Спид. Мувмент. Так, даже не знаю. Блин, вот это блок пробить. Ну ладно, да, давай блок пробить. Каждый, короче, четвертый удар, возможно, пробьет блок. Ну, посмотрим. А вот же гада. А у него зашел этот удар. Да почему? У меня не заходит, у тебя заходит. Говнюк. Кто ты там, ниндзя, вонючий, падай и взорвись же. Да нет, это же бомба не сработала, ё-моё. Офигеть, третья стадия, а? Так, критический дамаг. Каждая третья атака пробивает блок. Нет, я возьму, наверное, дамаг. Блин, ну хпшку, мне бы хпшку. Ну почему с хп не получается ничего? Ой, хорошо! Ой, шок, еще и бомбу наложила. Куда ты? Иди отсюда, Алешка. Еще и бомба, пусть взорвется. Давай. А, нет, все, ладно. Не дожила она до бомбы. Не дождемся мы. Так, ну, пожалуйста, так. Тик-тик, бомба. А, вот, видал, да. Тик-тик, бомба, 1.5 секунды отнимает. Потом фокус, 15 секунд. Появляется щит. Блин, вот щит тоже классная вещь, кстати. И бомба классная вещь. Ладно, давай щит, наверное, возьмем. Потому что щит имба, он защищает. Есть, короче, лишний удар получается. Голыми руками? А... Чё, шок? Да ты серьезно? Иди нафиг, блин. Улетел. Улетел. Абибасом сейчас тебя буду. Чисто. Еще и бомба взорвалась. Так, и щит у меня. И я еще бомбу на него наложил. А, блин, по голове. Да. Ушел. Еще бомба. Да хватит. Уйди. Я вот не понимаю. Не понимаю, вот эта хпшка как восстанавливается. На, ух, отлично. Блин, ну как он немного хп отнял. Вот достал же, а. На, так, экспресс-страйк, критический шанс. Вот, хпшка 5% хп восстанавливается. Ну это очень мало, реально мало, смотри. А, ну сейчас я вот, я, да, появился опять здесь. И у меня сейчас немножко хпшки восстановится, где-то, может, соточка там. Блин, ну это тяжело, ребят, реально тяжело. Вот так все пройти, чтобы ни от кого не получать урона. Ой, хорошо, как я ему врезал. И еще хорошенько. И еще. До свидос. Да нет. Я? Нет, он меня. Ай, все, он сдох. 263, сейчас у меня еще хпшка. Так, критический хит шанс плюс 10. Критический дамаг плюс 50. Блин, что-то enemy, та-та-та, может lighting, какой-то статическая шарж, не знаю, что такое статический шарж. Не, критический дамаг давай возьмем, плюс 50, чтобы больше дамага наносить. Хорошо, так, седьмой ниндзя у нас 263 хп. Бомбу заложил. Ага. Я кинул, да, я! Да боже, у него тоже щит. Ага, и я ему... И он мне щит сбил. Давай, иди сюда. Да боже, вот достал. Сел. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Давай, бро, что такое? Ой, отлично. Так, 283 хп у меня еще. Так, ну дайте еще мне, пожалуйста, чтобы хпшки было больше. Так, аура какая-то... Fire... А, огонь. Так, 50% от дамага. Ладно, давай вот это, наверное, возьмем, чтобы побольше, да, короче, хпшки, видимо, восстанавливалось. Я так понял. Так, стадия 8, чуваки, дойдем сегодня до босса. Или нет? На, поймал. Еще и бомба. Он меня кинул. А, ну у меня щит. У меня щит был. Почему, блин, не попал? Иди сюда. Бомба попала. Да ты посмотри, а. Ты посмотри, что творит. Так, есть. ХПшка восстанавливается потихоньку. Да, есть. Врезал. На. Есть ХПшка восстанавливается. Да.
Да иди ты нафиг! На, держи по ноге своей. Да! Ой, он умер просто. От бомбы, что ли? Так, чуть-чуть, джампик атак. Блин, джампик атак, это что? Атак дамаж, рубил, хэрт, лос, бай, аптер, я даже не знаю, ладно, комбо давай атаки. Так, девятый ниндзя уже был, девятый, мне надо, мне на десятом будет босс. Да ты офигел, а чё он так? Я блок садил, он мне так хпшки много отнимает. Это как? Да ты посмотри, что творит, он просто мне хп отнимает, ты видел? Не, давай вернемся через рекламку. 501 хп у меня, меня восстановили, но я не знаю, смогу ли я сейчас... Смотри, сколько мне отнимать? 90! Боже, какого фига? Так много отнимаешь! Гад ты ползучий, ага, взорвался. Очень вовремя. Ой-ой-ой, нифига себе, половина хп мне снес, что? Да офигеть, как это работает! Да ты посмотри, а! Как же много отнимает, чуваки! Да ё-моё, это невозможно! Чего? Просто один удар! Так, ладно, забираем. Потихоньку прокачиваемся, я так понимаю, да? Ну-ка, пошли сюда. Чё мне тут дали? Саи ещё одни. А нафиг они нужны? А, ну да, я могу проапгрейдиться. Проапгрейдиться могу. Ну, не сильно, что тут на два этих только всего лишь проапгрейдился. Вот же жесть. Так, может здесь еще что-нибудь давай апгрейд какой-нибудь откроем. Так, body defense. Ну, короче, защита головы. Это да, это все защита. Защита головы, защита тела. Выросла, давай еще. Попробуем. Так, шанс. Увеличенный шанс получения более редких предметов в ходе... Ага, ну все понятно. В бою, типа. Ну еще давай попробуем что-нибудь. Может, еще что-нибудь прокачаем. Ого, вот атака, видишь, на 2% увеличена. Блин, еще что ли? Давай еще попробую открою. Ага, то есть оно вот так. Видишь, это уже вторая, короче, типа стадия. Да, защита головы, вторая стадия. Еще подросло немножко. Ну хорошо, окей. Поехали. Поехали тогда, еще следующий забег. Это называется забегом, видимо. Ого! Смотри, да! Бомба, во-первых, и дамаг плюс 50, вон выпало сразу. Так, подожди, ну-ка давай прочтем. Да, это дамаг, а вот это что меня интересует? Мстительная слеза. После успешного удара противника атака проникает в блок плюс 20 урона до пронзения. Ну блин, такое себе, бомбу можно... Не, давай, наверное, дамаг плюс 50%. Попробуем. На! Сразу перфект! 200 хп, просто минус. Ух, хорошо. Так, критический шанс. Берсерк. Так, ну-ка давай вот это вот посмотрим, что такое посередине. Нанесение удара после успешного нанесения врагов исчисляет на 25% от урона. Ну, да, это все про хпшку надо, короче. Буду брать тогда. Буду брать. Так, ну посмотрим, у меня сейчас плюс 50 сразу дамага. На. Ага, нет. О, хорошо, минус второй. Изи. Пока изи. Так, тут у нас что? Каждые 10 секунд дамаг 5%. А здесь так, критический хит. Это ерунда. Так, посередине давай посмотрим, что... Каждая последующая атака в комбо наносит плюс 45 урона. Так, а здесь у нас критическое попадание плюс 10. И здесь, так, что-то непонятно, 10 секунд. Что каждые 10 секунд бой увеличивает урон на 5%. Каждые 10 секунд увеличивает урон на 5%. Ну ладно, давай возьмем. Пусть. Может быть, там будет какая-то обнова и будет больше увеличивать. Ё-моё, ну это жесть. Первый же удар и шок. Да ты офигел, что ли, а? Офигел, Алёшка. Давай. На! Блин, 3 удара и ГГшка ему. Так, ну окей. Так, если стою, короче, каждые 15 секунд щит появляется. Да, вот это беру. Щит это имба. Щит имба. Так, окей. ХПшка у меня пока не увеличивается. Да блин, почему второй удар не попадаю, а? На! Ох-хо-хо! Красиво! Вот это было красиво.
Видал один удар и все полетел. Так, во, хпшка восстанавливается, да, 5%, отлично, хотя бы 5. Я уже не говорю, блин, дали бы 50, там, 5% это что там? Вообще фигня. Ой, на, 2 удара, минус половина хп. Ай, бросит, да, так и думал, ну у меня щит, у меня щит. До свидания. 418 хп, сейчас еще восстановит хпшку. Так, угу. Блин, хп 10, либо щит, смотри. Что? Когда экран, когда, короче, блок разбит, враг взрывается, блин, вот это тоже класс. Или хп 10. Вот это давай, а. Вот это еще такого не выпадало, чуваки. Смотри. Когда, короче, у меня вот этот щит снимают они, вот сейчас, смотри, если он ударит. На, половина хп. Уй. Сюда. Сюда. Есть. Вообще перфект, по-моему. Ну нет, он по блоку мне настучал, конечно. Так, берсерк. Каждые 15 секунд атака. Блокирует чего? А ну-ка давай вот это прочтем. Каждые 15 секунд атака проникает. Блокируется не эта фигня. А вот это физический урон от вражеских количеств атак уменьшен на 10%. Конечно, берем. Конечно, берем. То есть, короче, на 10% уменьшен урон. Нормас. Да почему? О, взорвался, да! Реально! Реально! Ой, у меня почти полный... Так, токсический скин, кстати, вот это тоже хорошее. Каждые 12 секунд... А, щит теперь, смотри. Щит каждые 12 секунд появляется. Ладно, нет, возьму токсический скин. То есть, если они меня, короче, ударяют... Ой, смотри, у меня сейчас еще и хп восстановится. Все, полная хпшка, прикинь. Первый раз у меня так, чтобы я дошел до цунова, и у меня полный хп было. Это вообще жесть. Вот сейчас имба получилась. Но сейчас пойдут жесткие вообще, чуваки. Очень жесткие. Очень жесткие, чуваки. Ай-яй-яй. А чё не взорвался? А, я выиграл. Уф, я выиграл. Так, 9-й вот самый жесткий ниндзя. Так, смотри. Вот это что у нас? Какая-то удачно попадание дает молнию. Давай молнию. Давай молнию. Короче, будет молния в него бить. Видимо, я так понимаю. Да, вот этот жесткий ниндзя. На! На! Половина хп нету. Ай, жесть, да, взорвался. Ой, ну он отнимает очень много, чуваки. Очень много. Отнимают! Нет! Нет! Иди нафиг! Да ты посмотри, что делает, не дает встать. Не... Дай встать! А! Чего? Как это? Офигеть. Так, ладно, ну-ка давай вот это прочтем справа, которая самая правая фигня. Максимальное что-то тут. Максимальное количество ядов на враге плюс 1, продолжит действие ядов плюс 1 секунда. Либо дамаг плюс 10. Давай яд, да, яд наложим. Итак, а, это игла! Это игла, чуваки! И тоже у нее 3 полоски хп. Офигеть! Так, говорит. А, ты что-то, говорит, ты бы, говорит, прыгнул сюда вслед за стариком. А, тень, говорит, даже без сенсей я бы пришел сюда. Мне не нравятся дыры в небе над моим домом. Так, что это? Новая магия? Кто тебя этому научил? Вы так ничего и не поняли? Типа, Линкс, да, рысь будет рад это услышать. А, услышать то, что тени больше нет. Прикольно. Давай, иди сюда. Так, 2 молнии наложил. Сколько? 3 молнии наложил. Взрыв. Тихо! Боже, нет. Так, есть 5-я молния. 5-я молния. Да, у нее пошли уже дальние атаки. Что, бесконечные? Эй! Да боже, бесконечные атаки! Ты серьезно? Офигеть! Да почему второй удар-то не срабатывает? Ай, бесит. Да, щит наложился. Нет. На.
Ну а? Боже! Она взорвется, да, это последняя стадия ее, чуваки! На! На! Есть! Я победил! Ух, ты посмотри! Ну теперь расскажи мне, что происходит? Давай, расскажи. Да, что-то про орден. Ты знаешь, когда орден захочет, да даже небо станет твоей погибелью. Орден, ну да, короче, это точная рысь. Ну, спасибо тебе, это, говорит, все, что я хотел знать. Короче, прощай, короче. Что? О, так, что они мне тут надавали? Ого, надо еще скачать, смотри, материал какой-то недостающий. Ну ладно, ставим пока на закачку, тогда пусть качается, потому что у меня через VPN работает, это будет все очень и очень медленно качаться. Ну все, я думаю, на сегодня мы закончим, чуваки. Спасибо, что посмотрели, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ух, продолжим. Блин, становится все интереснее и интереснее. Кто же, я думаю, что теперь будет уже точно рысь. Теперь точно должен рысь. Ну все, давайте, всем удачи, всем пока. Это был Shadow Fight Shades.